Покушение или инсценировка? В Соликамске идет судебный процесс. На скамье народный избранник. Депутата Краевого законодательного собрания обвиняют в заведомо ложном доносе. Напомним, в феврале прошлого года он заявил, что в него стреляли. Произошло все в одном из соликамских дворов. У нас, похоже, 90-е возвращаются. Чудом остался жив. Было покушение на убийство. Два выстрела с обрезом. Второй выстрел, если бы я не споткнулся, это было бы мне как раз затылок. Видите, получается, что произошло. Будем разбираться. И действительно стали разбираться. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Но в ходе работы выяснилось, что все было несколько иначе. Сотрудники следкома установили, Илья Кузьмин с целью повышения своего имиджа инсценировал покушение на свое убийство с искусственным созданием доказательств обвинения. На время следствия депутата заключили под стражу. Он, кстати, ранее заявил, что ни в чем не виновен. Следствие однобокое какое-то. Нас не допрашивал никто. Наших свидетелей, получается, никто не допрашивал, а как-то, то есть, с одной стороны только все это происходило. Я не знаю, по какой это причине. Я так понимаю, что это политическая составляющая. Гособвинение, между тем, считает, что Кузьмин виновен. Прокуратура просит назначить наказание 4 года в колонии общего режима. Дмитрий Гаврилов, Олег Романов, телевизионная служба новостей.